Софии, всем привет. Сегодня мы начинаем свой выпуск, как всегда, с AliExpress. И будем разбирать подробнее этот сайт. Вот. Администрация сайта уже позаботилась. Можно даже не знающему человеку уже определиться, что и как он хочет. Вот. Гид новичкам. Ну, давайте зайдем сюда. И мы увидим. Вот. Зарегистрируйтесь, вот как в прошлом видео мы это делали. Разместите заказ, то есть бросьте в корзину. Оплатите. Оплата Kiwi, Visa и MasterCard. Ну, там можно еще оплачивать много систем. Там PayPal, там Яндекс.Деньги, WebMoney. Много чего. И получаете посылку. Так. Ну, что я могу еще сказать, что посылку ждать. Вот в России я живу, в Пермском крае, кто знает, то у меня посылка была в среднем, ну, дней 30 была, да, 30-33 дня. Это еще продавец такой, с хорошим рейтингом и с хорошей репутацией. А вот новички, там продавцы или кто-то еще, там они могут до 2 месяцев, в принципе, ждать. У меня на другом сайте, я потом вас тоже с ним познакомлю, это Tiny Deal. У меня часы до сих пор не пришли, хотя я их заказывал 2,5 месяца назад, не знаю. Придут, нет, ну, в принципе, как-то мне на них наплевать уже, они стоили-то 60 рублей. Обман на AliExpress есть, как и на других любых сайтах. Ну, я не беру, конечно, в расчет русские сайты, там в 10 раз все дороже просто стоит, вот там, там никаких обманов нет. Ну, и там, говорят, бывает. Но я там не заказываю, потому что там херня из подвала, и деньги в 10 раз больше берут, чем даже в магазинах стоит это все. Как определить продавца, я уже вам рассказывал. Общаться с продавцом, кстати, тут можно. Вот, давайте наглядный пример. Что ж, давайте я войду. Сейчас я пообщаюсь с продавцом. Так, и главное, смотрите на продавца. Онлайн или нет? Если вы будете ему писать, он будет не онлайн, конечно же, он вам не ответит. Так что не стоит огорчаться. Заходим в мои заказы. Если вы уже что-то заказали и зарегистрированы, вот. Вообще, я вам рекомендую перед покупкой всегда общаться с продавцами. То бывает, вот, допустим, джинсы, бывает, размеров нету или подходящего цвета. Так что лучше пообщаться. Так, его нету. О! Вот с ним вот можно поговорить. Ювелирные изделия как раз. О! С ним тоже можно. Давайте вот насчет часов. Давайте я вам покажу, как общаться. Вот, кликаем на такую мордочку. Мы, надеюсь, видели. Вот. Устроимся на русский. Окей. Давай. Так, пишем ему. Hello, допустим. Блин. Что ж ты, бляха-муха? Допустим, hello. Ты ему ответил? Сейчас посмотрим, что он нам ответит. Ну, еще продавцы бывают. Долго отвечают, потому что у них тоже как бы своя жизнь, и китайцу, в принципе, на вас насрать. Потому что вы для него как покупатель, и все. Не друг, не враг, а так, как говорится. В общем, он нам ни хрена не отвечает. Ну, вы поняли, да? Нажимаете на мордочку, и вы общаетесь с... Это как, в принципе, как Аська. Та же самая, только китайская. Ой. Что это он мне написал? Дорогая, что я могу сделать для вас? Ой-ой-ой.
Ничего мне не надо от вас. Ну, в общем, да, покинуть эту страну. В общем, вы видели, да, как общаться. Общение с продавцом на любую тему. Ну, как на любую, конечно. Насчет товара больше степени общаться, потому что он просто так, я тоже написал по глупости. Привет, как там в Китае? Он мне ни хрена не ответил, только привет написал. И все, потому что эта тема не касается товара, и он не будет общаться. Ну, есть такие продавцы, которым нравится поболтать, но это очень редко. Это с рейтингом там короля. А еще, кстати, на Алиэкспресс бывают статус. Это медалька, одна медалька. Это вообще позорный продавец, возможно, его и нету. Потом корона. Ой, нет. Бриллиант, потом корона. И это в многократном количестве бывает. Бывает много медалек там, 7 или 6. Бывает много бриллиантиков от 1 до 10. Бывает 3 или 4 короны. А если 3-4 короны, это вообще не бойтесь за свой заказ. Все будет отлично. Ну ладно, спасибо, что посмотрели это видео. Всем пока. Всем до свидания.